Отправиться на 7,5 лет в колонию строгого режима. Суд вынес приговор замруководителю следственного отдела по Курчатовскому району Челябинска. Кроме этого, бывший служитель закона оштрафован почти на 2 миллиона рублей. Также Александра Есипова лишили звания майор юстиции и звания юрист, так как, по данным следствия, Есипов совершил особо тяжкое коррупционное преступление в период прохождения службы на руководящей должности в органах Следственного комитета России по Челябинской области. Мужчине запретили 3 года занимать должности в правоохранительных органах. Зная объем предъявленного обвинения, может скрыться от органов предварительного расследования суда и иным образом, способом воздействовать и противодействовать органам предварительного расследования. Зачем мы обратились с ходатайством о избрании в отношении его меры пресечения? Напомним, Александра Есипова обвиняли в получении взятки от предпринимателя через адвоката. Почти за 17 тысяч долларов Есипов должен был принять отказ в возбуждении уголовного дела в отношении коммерсанта. И вот обвиняемый по статьям превышения должностных полномочий и получения взятки получил наказание. Экс-служителя закона взяли под стражу прямо в зале суда. Напомним, адвоката Олега Зайцева, который должен был передать деньги Есипову, осудили накануне. Его приговорили к штрафу в 1,5 миллиона рублей.